ловят. Туск, Туск пытается отойти, но нет, его здесь убили. Фраг для Андерлорда. Неплох. Андерлорд просто выносит все лайны из-за неграмотности команды Avalon Gaming, хотя... так. Спектра жмет ультимейт. Делает ТП сюда и пытается убить Траксу, кстати. Ой, боже, как хреново отыгрывают. Avalon Gaming делает байбек Винга. Омник здесь стоит. У Омника маны маловато. Есть у него, если что, стик. Минус леший. Ну хорошо, хоть леший... так, ловит. Спектру. Минус спектра, хорошо. Минус Винга, Винга после байбека. Минус также Туск, хорошо. Дальше есть Торон Корабль. Там сейчас многие меня будут хейтить, типа Радианс это полная херня, на самом деле Радианс очень крут против физиков. То есть Радианс на конку, на мидера заставляет покупать всем. Так, спектра жмет каунт, хорошо. Каунт довольно неплох, под демографиры и аспачем умирает у нас Vengeful Spirit. И есть Guardian Angel от Omnic Knight, а расстреливают дальше под БКБшкой спектру. Спектра пытается отойти, но шанса довольно мало. Так, дальше. Нужно убить Траксу. Тракса умирает. Ой, подсюржим, какой же быстрый здесь Тимбер. Есть пиул по ТБ. ТБ нету Сантера. И ТБ подсейвливает Оракл. Так, станчик. Хорошо, дальше продолжает нужно убивать Оракла. Оракла в таверну. Дальше убивают здесь и Фариона. Фарион тоже умер. Есть подсейв, конечно, от Дазл, но все равно он отлетит. Есть сон. Сон был прожат. И минус Фарион. Даблкил для Тимбера. Подкоп по двоим. На развороте пытается убить Нагу. Минус Нага. Минус также Дарксир. Хорошо. Хороший камбэк от Death Squad. Убили они Кэрри. Убили они Хардовика, который очень сильно их выносил. А подкоп также есть под Думу. Рядом здесь Дазл. Есть под Метаморфозой. Торрблейд. Минус Дум. Эпицентр пока ни, кому не попал. Умирает у нас потихоньку. Фарион. Хорошая стенка, стяжка есть. Какая плохая драка для Десквад. Плохая позиционка, расстреливает понемножку всех ТБ, ЛТБ. Маловато ХП и работает на него Думу. Так, минус 40, минус Фарион. Пока что минус ТБ. Умирает, пролежит также Дазл. Сенкинг в таверну. Сенкинга тоже убьют. Минус 5 на 0. Хороший.